На этом же совете прозвучало резкое высказывание Владимира Путина о Ленине. Речь шла о наследии лидеров большевиков. Управлять течением мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так все, сама идея по себе правильна. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизация там и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Вот. И мировая революция нам не нужна была. Как раз сегодня годовщина смерти Ленина. Он скончался 21 января 1924 года. Уже ко дню похорон был возведен деревянный мавзолей на Красной площади, который после заменили на гранитный.